не выживать, а развиваться. Такую задачу поставил Никита Белых перед предпринимателями области. Сегодня губернатор принял участие в собрании членов объединения областных работодателей. Там же побывал и наш корреспондент. Прежде всего на собрании подвели итоги уходящего года. О них рассказал Виктор Медведков, единогласно выбранный председатель Совета хозяйственных руководителей области. Он сообщил, из-за изменений в федеральном законодательстве объединение решили переименовать. Сегодня участники собрания утвердили новое название – Кировский союз промышленников и предпринимателей. Задачи же союза будут прежними – защита прав предпринимателей и развитие экономики области. Основные усилия в организации всех проводимых объединений мероприятий были направлены на создание новых условий для нормального функционирования и работы органов управления объединения, а также сотрудников исполнительной дирекции, что, на мой взгляд, должно всемерно способствовать дальнейшей наиболее эффективной и продуктивной работе деятельности объединения. Так, отныне у Союза появился обновленный сайт, а руководство объединения располагается в новом здании на набережной Грина 5. Здесь будут проходить собрания и другие деловые мероприятия для предпринимателей. Кроме того, появилась возможность проводить встречи Совета ветеранов объединения. Но это уже планы на новый, наступивший год. Также среди них сотрудничество с новыми членами Союза, а всего их около 100. Сегодня здесь собрались люди, усилиями которых во многом развивается экономика нашего региона, укрепляется межрегиональные, международные деловые контакты, местная продукция продвигается на внешние рынки. Не случайно бренды многих вятских предприятий хорошо известны и в российских городах, и за рубежом. В руководстве Союза отметили, что в их планах продолжить эту работу в наступившем году.